Папа не вернулся с работы. Мама очень расстроилась и плакала. Приехали дяди в форме и что-то долго искали в нашей квартире. Я услышал, что во всем виновата какая-то коррупция. Мама мне сказала, что это такая болезнь. И папу забрали надолго лечиться от нее. Папа, сейчас мы с мамой живем в другом городе. Я всегда хотел быть таким, как мой папа. Когда я вырасту, я надеюсь, что в нашей стране придумают такое лекарство от этой страшной болезни.